и так далее, я угрюмый. В моем энергетическом поле стрелочки, они двигаются на защиту меня, отталкивая все вокруг меня. В этот момент в мою сторону идут деньги, но я их не могу принять. То есть меня не возьмут на работу, я не найду себе применения, у меня ничего не будет. Почему? Я живу с позиции либо гавкать, либо отгавкиваться. То есть я сам себя этим загнал. Но для того, чтобы принимать, нужно другое состояние. Иди ко мне, иди хороший, иди мои золотые, мои хорошие, добрые, теплые, пушистые, любимые, красивые, золотые, сказочные и так далее. Смотрите, все вокруг дебилы, дебилы, скоты, уроды, фашисты, эти уроды, а какашки, ай-яй-яй, пошел он, дебилы, уроды и так далее. Что я делаю? Стрелочки начали все от меня отталкивать. Ни работы не будет, ни мужа не будет, вообще ничего не будет. А что же делать? Нужно делать, когда вот вернемся к теме, нужно делать, когда человек нервничает очень сильно, то нужно ощутить вот эту энергию, как будто вам хочется его оттолкнуть или долбануть, да, как некоторые говорят. В этот момент усилием воли, при помощи своего сознания, скажите себе мысленно, я хочу его обнимать, я хочу его обнимать. Это состояние мгновенно сломается, стрелки мгновенно начинают в вашу сторону течь. Серьезно. И если так сделать, даже можно представлять. Но это для тех, у кого уже есть и сильная ментальная энергия, и уже накачанной психической энергией. И вот у человека, который начинает рядом с вами находиться, и человек там взорвался, там, ваф, мы к нему не лезем. Он нам ни к чему. Его стрелочки к нашим несутся, отталкивая нас, наши к его стрелочкам. Так вот, в этот момент происходит магия. Она выглядит так. Если вы эти стрелочки изменяете, вот вы прям представляете стрелочки огненные от вас к этому человеку маленького размера, и вы представляете, будто вы их разворачиваете, и они в вашу сторону идут, но уже не золотистые такие, а синенькие, зелененькие, разноцветные. Ну, можно и золотистыми представлять. То в этот момент человек вдруг тут же за секунду вот так вот изменяет к вам отношения, и у него открывается поток любви к вам. Потому что любая агрессия человека к другому человеку вызывает агрессию к этому человеку, и две энергии сталкиваются, разрушая друг друга, разрушая ауру. А если вы запускаете в тот момент, когда человек, допустим, там расстроился, он злится, или вы там очень сильно нервничаете, особенно вот человек там, вы возмутились очень сильно, напугав другого человека. Человек возмутился, он уже начинает обижаться. Если в этот момент развернуть стрелки в свою сторону, то от него начинают идти потоки любви. Это делает вас богатым. Это магия такая. И молодые.